Здравствуйте, Анна Викторовна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Рада вас приветствовать на нашем вебинаре. Тоже, как вы меня видите, слышите, давайте проверим традиционно связь. Нажмите на огонек в правом нижнем углу, если все хорошо. Не зависает ли все отлично? Спасибо, вижу, благодарю. Представлюсь для тех, кто со мной не знаком. Меня зовут Журова Инна Александровна. Я учитель-логопед высшей квалификационной категории, руководитель службы социального сопровождения семей с детьми, член экспертной группы аттестационной комиссии. И сегодня мы с вами поговорим о том, как эффективно применять нестандартное оборудование с детьми дошкольного возраста. Информация, представленная мною, будет полезна специалистам дошкольных учреждений, воспитателям, логопедам, психологам и, конечно, родителям. Современный мир диктует свои жизненные условия, свои правила. Интернет и телевидение прочно и навсегда вошли в нашу жизнь. Современные дошкольники совсем не играют, да, либо играют слишком мало, они легко осваивают компьютеры, мобильные телефоны и управляются со сложными бытовыми приборами. Все технические новшества становятся бытием подрастающего поколения. У дошкольников наблюдается задержка речевого развития, нарушение эмоционально-поведенческого развития, тревожность, агрессивность, гиперактивность, им скучно рисовать, им скучно конструировать, придумывать новые сюжеты. Их все сложнее заинтересовать и увлечь. Но при этом мы с вами знаем, что вся жизнь ребенка – это игра. Именно через игру можно развивать, обучать, корректировать, воспитывать. Тактильные ощущения, мелкая моторика, мыслительные операции развиваются в игре. На сегодняшний день существует множество нетрадиционных методик и материалов, позволяющих решить комплекс задач и проблем, состоящих перед педагогом. К тому же нетрадиционные материалы любопытны детям, как игра с неизвестным. Их использование вносит некий элемент сюрприза, волшебства, ожидания чуда. А ведь, как известно, познание мира – учение начинается с удивления. В своей работе по игротерапии я использую различное нестандартное оборудование. О нем и хочу рассказать сегодня на вебинаре. Ну, поскольку все-таки я, как в первую очередь логопед, сталкиваюсь часто с нарушением речевого развития. Нарушения речевого и двигательного развития – наиболее распространенные отклонения формирования у ребенка высшей психической деятельности. Учеными доказано, что развитие рук находится в тесной связи с состоянием речи и мышлением ребенка. Движения пальцев, кистей рук имеют особое развивающее значение, так как оказывают огромное влияние на развитие не только речевой, но и всей высшей нервной деятельности ребенка. Сотрудники Института по физиологии детей и подростков установили, что существует прямая взаимосвязь развития речи с уровнем развития общей моторики, мелкой моторики. Чем выше двигательная активность, тем лучше развита речь. В то же время чтение стихотворений, потешек, пословиц с их четким ритмом помогает улучшить у детей координацию движений. А координируя движения мелкой моторики, ребенок совершенствует артикуляционный аппарат, речевое дыхание, осваивает интонацию и ритм речи. Пальчиковые и жестовые игры в этом процессе неоценимы. Простые и увлекательные они в игровой форме способствуют развитию мелкой моторики, стимулируют зрительное, слуховое восприятие, внимание, память, связную речь, обогащают словарный запас. В течение дошкольного детства ребенок практически овладевает речью, но, к сожалению, существует много причин, когда его речь не сформирована должным образом, и одна из них – это как раз-таки плохо развитая мелкая моторика рук. Для развития мелкой моторики, наряду с традиционными методами и приемами, используются и нетрадиционные. К нетрадиционным относятся игры и упражнения с использованием различных предметов – массажных мячиков, платочков, ковриков, крупных бигуди, прищепок,
счетных палочек, эспандеров, длинных бигуди, решеток, зубных щеток, бус, резинок для волос, щеток, шестигранных карандашей. Нетрадиционный материал предоставляет широкие возможности для тренировки мелких мышц кисти в различных видах деятельности, носящих игровой характер, для сенсорного развития детей и другое. Больше всего на свете ребенок хочет двигаться. Для него движение – это и есть способ познания мира. Значит, чем точнее и четче будут движения ребенка, тем глубже и осмысленнее станет его знакомство с миром. Все игры, представленные сегодня на вебинаре, сопровождаются стихотворениями. Это та основа, на которой формируется и совершенствуется чувство ритма. Для детей проговаривание стихотворений одновременно с движениями пальцев рук обладает рядом преимуществ. Речь как бы ритмизируется движениями, делается более громкой, четкой, эмоциональной, а наличие рифма положительно влияет на слуховое восприятие. Использование стихотворений в играх с предметами позволяет достичь наибольшего обучающего эффекта. Стихи привлекают внимание детей и легко запоминаются. Дети очень любят манипулировать, играть с предметами-заместителями, придумывать для них новое применение. В продаже есть готовые игры с предметами для развития мелкой моторики рук, но в основном стоят они недешево. И сегодня я хочу представить как раз игры с предметами, которые окружают ребенка в быту. И дети очень любят манипулировать, играть с предметами, да, придумывать для них новое применение. В пальчиковых играх с нестандартным оборудованием содержание стихотворения изображается с помощью движения рук и пальцев. Во время игр с различными предметами также задействована ориентировка в схеме тела. Голова, руки, ноги, туловище. И вот такие забавы, они очень увлекательны, способствуют развитию творческой активности, мышления, речи, мелких мышц рук. Вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. И те игры, которые я предложу сегодня, они требуют тонких движений пальцев, повышают работоспособность головного мозга, дают детям мощный толчок к познавательной и творческой активности, развивают внимание, мышление, память. Кисти рук становятся более подвижными, гибкими, а это помогает будущим школьникам успешно овладеть навыком письма. Нетрадиционное использование предметов стимулирует умственную деятельность, способствует хорошему эмоциональному настрою, повышает общий тонус, снижает психоэмоциональное напряжение, координирует движение пальцев рук, расширяет словарный запас, приучает руку к осознанным, точным, целенаправленным движениям. И первое, с чего я хочу начать, это игры с массажными мячиками. Итак, проговариваем. Первое стихотворение. Ручки, ручки, просыпайтесь. Дети катают мяч в руках, делая движение вперед-назад, потом вправо-влево между ладонями. Дальше. Пальчики, пальчики, просыпайтесь. Дальше катают по каждому пальцу правый и левый рук. Головка, головка, просыпайся. Катают мячик круговыми движениями по голове. Животик, животик, просыпайся. Катают мячик круговыми движениями по животу. Ножки, ножки, просыпайтесь. Катают мячик по правой, а затем по левой ноге. Следующее стихотворение. Снежок. Топ, топ, сапожок. Дети стучат мячиком по правой коленке, потом по левой коленке. Дальше хлоп, хлоп, вот снежок. Стучат мячиком по правой ладони, затем уже по левой ладони. Заберусь на горку, ух, дети кладут мячик на правую ладонь и прокатывают по всей руке до правого плеча. Съеду с горки, бух, и скатывают мячик с правого плеча в ладонь, затем повторяют эти движения, но уже с левой рукой.
Еще тоже здесь игра называется «Мой веселый круглый мяч». «Мой веселый круглый мяч». Дети катают мячик в руках, делая движение вперед-назад, тоже вправо-влево между ладонями. «Щеки круглые не прячь», надувают щеки. «Я тебя поймаю, в ручках покатаю». Катают мячик в руках, делая движение вперед-назад, влево-вправо между ладонями. С платочками тоже можно играть. Игра «Стираем вместе с мамой». Дети кладут на колени или на любую ровную поверхность платочек. И проговаривается: «Мама вечером стирала, а я рядышком стояла». Берут платочек в обе руки, имитируют стирку белья. «Не стирала, охала», покачивают головой вправо-влево. «Ох, ох», здесь включают голос. «Да глазами хлопала», дети разводят в разные стороны пальцы обеих рук, подносят их к лицу, имитируют моргание глазами. «Да глазами хлопала». «Хлоп, хлоп, хлоп», здесь голосовое включение. «Да ногами топала», дети топают ногами. «Топ, топ, топ», включают голос. «Лучше б не было, лучше было не стоять, а взять и маме помогать». Дети берут платочек в обе руки и имитируют стирку белья. Еще игра «Месим тесто». Мы тесто месили. Надо тщательно все промесить. Попросили, но сколько не месим, но сколько не мнем, комочки опять и опять достаем. И здесь два варианта игры. Первый вариант – дети берут платочек за два уголка и пальцами обеих рук собирают платочек в обе ладони. И второй вариант – дети берут платочек за уголок и собирают его целиком в ладонь, используя пальцы только одной руки, правой, например, потом только левой, а другая рука при этом не помогает. Еще тоже упражнение – шарик. Дети кладут платочек на колени или на любую ровную поверхность. Проговаривается: «Надуваем быстро шарик, он становится большой». Пальцы обеих рук собирают платочек в обе ладони. Вдруг шар лопнул, воздух вышел, надувают щеки, выпускают воздух через губы и раскрывают ладони. Стал шарик тонкий и худой, расправляют платочек. Следующее. С крупными бигуди игры. И, например, загудел паровозик. Загудел паровоз, вагончики повез. Чу-чу-чу, чу-чу-чу, далеко я укачу. Дети катают вместе со словесным сопровождением, катают бигуди между ладонями, вперед-назад, руки держат перед собой. Игра «Поезд и самолет». Поезд песенку поет, ту-ту-ту-ту. Катают бигуди между ладонями вперед-назад, руки держат перед собой. Улетает самолет в высоту. Катают бигуди между ладонями вперед-назад, руки направляют вверх над головой. Или пароход плывет по речке. Пароход плывет по речке, из трубы дымят колечки. Ту-ту-ту. Катают бигуди между ладонями, вперед-назад, руки опять же перед собой. Дальше с прищепками. У нас, кстати, был целый вебинар, посвященный играм с прищепками. Вы можете посмотреть на нашем канале в YouTube «Директ Академия». Доступен в записи бесплатно. Итак, игры с прищепками. Гусенок. Вот проснулся, встал гусенок, пальцы щиплет он с просонок. Дай, хозяйка, корма мне раньше, чем моей родне. И бельевой прищепкой дети прищепляют ногтевые фаланги пальцев левой руки, затем правой руки на каждый ударный слог от большого пальца к мизинцу. Следующая у нас с вами, следующая игра «Кыш». Сильно кусает котенок глупыш. Он думает, что это не палец, а мышь. Но я же играю с тобою, малыш. А будешь кусаться, скажу тебе, кыш. И бельевой прищепкой дети прищепляют ногтевые фаланги пальцев правой, затем левой руки на каждый тоже ударный слог от большого пальца к мизинцу.
Еще здесь игра «Гусь крикливый». Гусь крикливый с длинным носом, шея словно знак вопроса. Гусь идет гулять в луга и гогочет «га-га-га». Бельевой прищепкой дети прищепляют ногтевые фаланги пальцев правой руки, потом левой, на каждый ударный слог от большого к мизинцу. Со счетными палочками тоже очень интересно играть. Упражнение «Игра цапля». Очень длинный клюв у цапли. Дети ставят счетную палочку на большой палец правой руки и держат указательным пальцем правой руки. Вы длинней найдете вряд ли. Ставят счетную палочку уже на большой палец правой руки и держат средним пальцем правой руки. Клювом мерится пришли. Ставит счетную палочку на большой палец правой руки и держит безымянным пальцем правой руки. Аисты и журавли ставят счетную палочку на большой палец правой руки и держат мизинцем правой руки. Затем проделывают те же действия левой рукой. Игра «Перелетная птица». Проговариваем. Птицы в небе тают-тают, птицы к югу улетают. Все растаяли вдали, аист. Дети машут руками, постепенно поднимая их вверх, подносят ладонь козырьком ко лбу, берут в руки счетную палочку, ставят ее на большой палец правой руки и держат указательным пальцем правой руки, поворачивают голову вправо-влево. Дальше цапля ставят уже счетную палочку на большой палец правой руки и держат средним пальцем правой руки. Журавли ставят на большой палец счетную палочку на большой палец правой руки и держит безымянным пальцем правой руки. Дальше из пандера. Что здесь можно предложить? Упражнение «Зарядка». Дети берут из пандер в руки, проговаривают. Крепко мячики сжимаем, наши мышцы напрягаем, чтобы пальцы никогда не боялись бы труда. Сжимают и разжимают в руках эспандер на каждый ударный слог, сначала в правой, а затем в левой руке. Дружба. Опять же, дети берут эспандер в руки. Я в друзьях души не чаю, я друзей своих встречаю. Каждый руку мне пожмет, каждый мне привет пошлет. Сжимают и разжимают в руках эспандер на каждый ударный слог, сначала в правой, а затем в левой руке. И еще здесь упражнение «Силач». Берут эспандер в виде резинового кольца в руки. Проговариваем. Я сожму свое кольцо. Буду сильным молодцом. Буду младших защищать. Буду слабым помогать. Пополам его согну и восьмеркой заверну. Сжимают и разжимают в руках эспандер на каждый ударный слог. Сначала правой рукой, а затем уже левой рукой. Следующий у нас игры с решетками. И здесь что можно предложить? Игра «Зоопарк». Дети кладут решетку на колени, на любую ровную поверхность или держат одной рукой перед собой. Проговаривается. В зоопарке мы бродили, в каждой клетке подходили и смотрели всех подряд, медвежат, волчат, бобрят. Дети ходят указательными средними пальцами по клеткам решетки, делая шаги на каждый ударный слог двумя руками одновременно, а потом поочередно одной рукой, другой рукой. Еще ботинки. Дети кладут решетку на колени, на любую ровную поверхность или держат одной рукой перед собой. Проговаривается. Всюду-всюду мы вдвоем, неразлучно идем. Мы гуляем по лугам, по зеленым берегам. Вниз по лестнице сбегали, вдоль по улице шагали. После лезем под кровать, будем там тихонько спать. Ходит указательными средними пальцами по клеткам решетки, делая каждый шаг на ударный слог, также двумя руками одновременно или по очереди. Затем убирают на последнюю строчку, будем там тихонько спать, убирают решетку в сторону, кладут ладони обеих рук под голову. Следующее у нас с вами это зубные щетки.
массаж выполняем с помощью зубных щеток. Дети берут в руки зубную щетку, проговариваем. Я возьму зубную щетку, чтобы погладить пальчики. Станьте ловкими скорее, пальчики-удальчики. И растирают щеткой подушечки пальцев правой, затем левой руки, начиная с большого пальца и заканчивая мизинцем. Еще тоже одноименно зубная щетка, игра. Проговариваем. Плывет зубная щетка, как по морю лодка, как по речке пароход, по пальчикам она идет. Растирает щеткой подушечки пальцев правой руки, затем левой руки, начиная с большого и заканчивая мизинцем. Или игра «Кто приехал?». Дети берут в руки зубную щетку, растирают пальцы только после вопросительного предложения, то есть во время ответа по ходу текста, а затем уже меняют руки. «Кто приехал?» Растирают «мы», растирают зубной щеткой большой палец. «Мама, мама, это ты?» «Да-да-да», растирают указательный палец. «Братец, братец, это ты?» «Да-да-да», растирают средний. «Ах, сестричка, это ты?» «Да-да-да», растирают безымянные. «Все мы вместе?» «Да-да-да», и растирают мизинец. Ну и меняем потом руки. Следующее – это игры с бусами. Например, проговариваем. Игра «Бусы». «Дома я одна скучала, бусы мамины достала. Бусы я перебираю, свои пальцы развиваю». Дети перебирают бусы в руках, считают бусины в прямом и обратном порядке. Или игра «Веселый счет». Пальчиками мы перебираем и бусинки считаем. 1, 2, 3. Дети перебирают бусы в руках, считают бусины в прямом и обратном порядке. Бусы для Маруси. Купила бабуся бусы Маруси. Дети перебирают бусы в руках, считают бусины в прямом и обратном порядке. Ничего не выбрасываем, все нам нужно, все пригодится в работе. Используем доступный материал. И хочу предложить вам игры с резиночками для волос. Первая игра. Дети надевают резиночку на каждый палец руки, начиная с большого пальца и заканчивая мизинцем, затем меняют руки. Я пальчик первый, я большой. Надевают резиночку на большой палец. Указательный второй на указательный. Третий пальчик средний. На средний надели. Четвертый безымянный. На безымянный надели. А пятый мизинчик. На мизинец надели. Он самый маленький, румяный. И щепотка показывают, что мизинец маленький, а дотрагиваются указательными пальцами до щек румяные щечки. Румяный. Следующая игра. Проговариваем. Мальчик с пальчик, где ты был? Дотрагиваясь указательными пальцами обеих рук, здороваются. Берут резиночку для волос, надевают ее на каждый палец руки, начиная с большого пальца и заканчивая мизинцем, а затем меняют руки. С этим братцем в лес ходил, надевают на большой палец резиночку. С этим братцем щи варил на указательные, с этим братцем кашу ел на средний, с этим братцем песни пел на безымянный, а маленького братика я спать укладывал на мизинец и кладут ладони под голову. Вот таким образом. Дальше со щетками тоже можно играть. И игра здесь, извините, пожалуйста. Снежок. Проговариваем. Топ-топ сапожок. Дети берут в руки щетку, проводят ей круговыми движениями по правому колену, а затем по левому колену. Хлоп-хлоп, вот снежок, проводит круговыми движениями щеткой по правой ладони, затем по левой ладони. Заберусь на горку, ух, держит щетку в левой руке, проводит ею от ладони до плеча по правой руке. Скажем так, забрались на горку, а затем уже меняют руки.
съеду с горки, бух, снежок. Держит щетку в левой руке, проводит ею от плеча до ладони по правой руке. То есть здесь съехали с горки. Ну а затем меняют руки. Еще тоже игра «Елочка». Проговариваем. Перед нами елочка. Дети проводят щеткой круговыми движениями по правой, затем по левой ладони. Шишечки держат щетку в левой руке, проводят ею по большому пальцу правой руки. Иголочки по указательному. Шарики по среднему. Фонарики по безымянному. Зайчики и свечки по мизинцу. Звезды убирают щетку в сторону и показывают указательные и средние пальцы на обеих руках, ушки. Затем соединяют ладони обеих рук, свечки. Человечки показывают все пальцы обеих рук, растопырив их в сторону. Человечки. Да? Вот таким образом. Что еще с карандашами шестигранными? Проговариваем. У ходиков песня такая. Тик-тик-тик. У птички-синички такая. Пик-пик-пик. У поросенка такая. Хрю-хрю-хрю. У ежика песня такая. Плюх-плюх-плюх. У кисоньки песня такая. Мяу-мяу-мяу. А у рыбешки какая? И дети прокатывают карандаш по поверхности ладони. Затем на последнюю рыбешке какая? Подносит указательный палец любой руки ко рту, ротик на замочек. Или еще круги на ладошке. По ладошке круги катаю, карандаш не выпускаю. И здесь два варианта. Первый. Дети вращают карандаш всеми пальцами сначала одной, потом другой руке. И второй вариант. Дети вращают карандаш на ладони большим указательным пальцем сначала одной, потом другой рукой. И вот я хотела показать, куда я дела свой карандаш. Сейчас. Так. Ну вот смотрите, можно вот так вот тоже вертолетик. Три пальца. Большой, указательный, средний. К себе, от себя. Даже попробуйте вы, взрослым людям тоже нелегко. Большой, безымянный и мизинец. Это удобная пока рука. К себе, от себя. Потом неудобной рукой, большой, указательный, средний, от себя к себе. И большой безымянный мизинец к себе и от себя уже потруднее тоже будет. На ладонью, то, что я говорила, прокатываем. Большой, указательный, потом большой, средний. Так, это мне показать, чтобы вам было видно хорошо. Большой, средний, большой, безымянный крутит в одну сторону, потом в другую. Большой мизинец и тоже потом меняем руки. Здесь большой указательный, большой средний в разных направлениях, большой безымянный, большой мизинец. Еще тоже упражнение двумя пальцами. Большой указательный, карабкаемся вверх, потом вниз. Потом меняем большие средние пальцы. Большие безымянные, тоже вверх и вниз. И большие мизинцы, вверх и вниз. Вот таким образом мы можем с вами работать. Без стихотворного сопровождения, какие тоже хочу предложить игры. Нам понадобятся цветные нити, разноцветная мозаика. Педагог предлагает ребенку сделать разноцветную дорожку с помощью нити и мозаики. Ребенок самостоятельно выбирает одну из цветных нитей, поочередно берет одну часть мозаики, нанизывает ее на цветную нить. Усложнение здесь игры. Ребенок выбирает одну из цветных нитей и нанизывает на нее только те части мозаики, которые соотносятся с цветом нити. На желтую нить нанизывают желтые части мозаики, на красную нить – красные части мозаики и так далее. То есть мы здесь еще и цвета закрепляем. Поэтому тоже обратите внимание. Следующее. Разноцветные крышки. Нам понадобятся цветные крышки, стеклянные камешки, marbles. Ребенок самостоятельно кладет по одному стеклянному камешку в каждую
из крышек. И здесь тоже в качестве усложнения может быть, что ребенок самостоятельно выкладывает любой узор или геометрическую фигуру из цветных крышек, а затем вкладывает по одному стеклянному камешку в каждую из крышек. Волшебные домики. Нам понадобятся цветные колбочки и фасоль. Педагог предлагает ребенку поместить всех жителей страны фасоли, это фасолинки, по их домам. Цветным колбочкам ребенок самостоятельно наполняет цветные колбочки фасолью. И в качестве усложнения. Первый вариант, несколько вариантов может быть. Подсчет ребенок вкладывает каждую фасолинку в цветную колбочку. Посчитать каждого жителя страны фасоли. Называет общее количество фасолинок. Второй вариант. Ребенок наполняет все колбочки фасолью и распределяет их по цветам. Все красные, все желтые, все синие колбочки и так далее. И третий вариант. Ребенок наполняет все колбочки фасолью и складывает узор или геометрическую фигуру из всех колбочек. Как мы можем с вами использовать нестандартное оборудование для сенсомоторного развития дошкольников? Сенсомоторика в переводе с латинского, давайте вспомним, это чувство, ощущение. Познание окружающего мира начинается с восприятия предметов и явлений, их внешних свойств, формы, цвета, величины, запаха, вкуса, положения в пространстве. В этом нам помогают органы чувств. Зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Без них мы не сможем почувствовать то, что нас с вами окружает. Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия, формирование представления о внешних свойствах предметов, таких как форма, цвет, величина, положение в пространстве, запах, вкус. Значение сенсорного развития, извините, пожалуйста, в раннем и дошкольном детстве трудно переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, накопления представления об окружающем мире. Сочетание сенсорных и моторных, моторика – это движение, задач, является одним из главных условий умственного воспитания. Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего умственного развития ребенка, с другой – имеет самостоятельное значение, так как полноценное восприятие необходимо для успешного обучения ребенка в детском саду, в школе и для многих видов труда. Чтобы познакомиться с каким-либо предметом, его нужно изучить. Потрогать руками, сжимать, гладить, то есть совершать какие-то действия, которые называются моторными. Наиболее успешно развитие сенсомоторной сферы осуществляется в играх и упражнениях. Игра может повсеместно применяться в разных видах деятельности воспитателям, родителями дома. И при систематической организации уровень развития сенсомоторики у детей повышается. Хочу представить вашему вниманию список игр с использованием нестандартного оборудования для сенсомоторного развития. Первая дидактическая игра называется «Волшебный шнурок». Предназначена для развития соотносящих действий, координации обеих рук, мелких движений рук, зрительного восприятия, внимания, мышления, закрепления цвета. Для осуществления этой игры вам понадобится обычный шнурок и лист картона. В картоне прорезаем несколько отверстий разных размеров и просим ребенка продеть шнурок через них. Для удобства конец шнурка можно закрепить в одном из отверстий. И я ламинирую. Очень удобно, надолго хватает. И распечатываю на цветном принтере, ламинирую, вырезаю. Очень удобно и детям тоже нравится. Следующая игра дидактической прищепки способствует развитию мелкой моторики, тоже зрительного восприятия, закреплению цвета. Для игры вам понадобится набор цветных прищепок, различные картонные шаблоны.
геометрические фигуры или силуэты животных. Например, вы берете в руки желтый круг. Можно желтую тарелку бумажную взять. И говорите, что это солнышко, но оно потеряло лучики. Давай мы с тобой поможем ему. На место лучиков нужно прикрепить желтые прищепки. А дидактическая игра «Волшебные коробочки» способствует развитию звукового восприятия, учит различать звуки тихо, громко. Для игры понадобятся маленькие коробочки или пластиковые баночки. Главное условие, чтобы они были все одинаковые. Наполняем их разным содержимым. Это могут быть камни, это могут быть крупы, это могут сахар, пуговицы, бисер и так далее. Просим ребенка потрясти коробочку или баночку, обратить внимание на звук. Ну а потом можно усложнять, что с закрытыми глазами. Послушай, какой звук ты слышал, выбери теперь баночку или эту коробочку с таким же звуком. Следующее. Дидактическая игра «Бусы». Укрепляем, развиваем мелкую моторику, зрительно-моторную координацию. Различаем предметы по форме, цвету и материалу. Развиваем также усидчивость. Понадобятся бусы различной величины и цвета, бусинки разной формы, величины, материала, проволока, леска, тонкая нитка. Предложите ребенку сделать бусы. Можно предложить сделать бусы по образцу. Еще и мышление подключаем здесь, да? Пуговицы подобрать по форме, цвету. Возможно, и сам ребенок может предложить свой вариант изготовления бус. После этого ребенок приступает уже к созданию бус. Еще игра «Крупинки-придумки». Укрепляем, развиваем мелкую моторику, зрительно-моторную координацию, формируем умение сочетать по цвету при использовании различных круп. И нам понадобятся различные виды круп: фасоль, рис, пшено и другие. Сначала на поднос необходимо насыпать ровным слоем пшено, можно и другую крупу. А затем, используя красную фасоль, вот так лучше будет выделяться контрастный цвет, придумывают и накладывают различные узоры, картинки. Следующая игра «Волшебный сундучок». И понадобится... игра способствует развитию тактильных ощущений, формированию навыков связной речи. В основе данной игры лежит один из любимых видов деятельности аутичных детей – разглядывание и изучение новых предметов. Итак, красиво оформленный сундучок, содержащий различные мелкие предметы. Надо доставать из сундучка их, рассматривать, играть с ними и фантазировать, где это может пригодиться. Активизируем правое полушарие головного мозга. Эту игру можно проводить с тканью, мехом, пуговицами, клубочками, пряжи, бросовым материалом. Абсолютно, опять же, ничего не выбрасываем, все пригодится. Даже порой неожиданные какие-то предметы тоже сюда же все берем. Следующая у нас с вами игра дидактическая «Продолжи ряд». И цель этой игры – формировать умение подбирать крышки на основе сенсорного признака, развивать зрительное восприятие, мелкую моторику рук. Нам понадобятся цветные крышки. Предлагаем детям рассмотреть цветные крышки, попросить назвать цвет. Затем предложить детям продолжить ряд крышечек. Следующие игры для развития обоняния и вкуса. Первая игра. Завяжите ребенку глаза и дайте ребенку что-то съесть или понюхать. Затем он должен отгадать, что вы ему дали. Но опять же, здесь тоже обращайте внимание на то, что у детей могут быть аллергические реакции. Вот здесь все-таки очень-очень аккуратно работаем. Дальше. Наполните следующее. Наполните несколько бутылочек различными пахучими веществами. Можно использовать для этой цели контейнеры от шоколадных яиц или бахил. Можете использовать специи, цедру цитрусовых фруктов и так далее. Предложите ребенку охарактеризовать запах в каждой бутылочке.
Поначалу, скорее всего, ребенку будет сложно подобрать правильные слова, поэтому, конечно, на первых этапах мы ему можем подсказывать. Со временем ребенок научится не только различать запахи, но и правильно их описывать, что благоприятно будет сказываться и на его словарном запасе. Следующее упражнение. Закройте ребенку глаза и предложите по запаху найти две одинаковых бутылочки. Следующее. Разложите по стаканам разные продукты питания. Хлеб, овощи, фрукты и предметы туалета. Мыло, духи, зубную пасту. Предложите ребенку по запаху определить, где съедобные и где несъедобные продукты. Вот такие игры, они вполне несложные, но в то же время довольно увлекательные. Подготовка к ним не займет много времени, а польза от занятий, безусловно, будет. И вот таким образом, для того, чтобы сделать жизнь ребенка более насыщенной, интересной, не обязательно выдумывать что-то очень сложное. Достаточно почаще обращать внимание, его внимание, на самые обычные каждодневные вещи, которые нас с вами окружают. И нам с вами же, ведь это тоже полезно, профилактика Альцгеймера и деменции, как можно использовать стандартно и нестандартно. Да? Абсолютно вот все, что мы с вами видим, подумайте, включаем фантазию, полезно и нам, и детям будет. Следующее. Нестандартное физкультурное оборудование для детей дошкольного возраста. Одной из приоритетных задач формирования здорового образа жизни у детей дошкольного возраста является создание мотивации, обучение, привитие навыков здорового образа жизни у детей дошкольного возраста. Важным направлением формирования у детей основ здорового образа жизни является правильно организованная предметно-пространственная среда. Прежде всего, это двигательная предметно-развивающая среда. Она должна носить развивающий характер, быть разнообразной, динамичной, трансформируемой, полифункциональной. Для этого в нашем учреждении мы используем физкультурное нестандартное оборудование, изготовленное своими руками, ведь новое спортивное оборудование – это всегда дополнительный стимул активации физкультурно-оздоровительной работы. Задача укрепления здоровья – одна из приоритетных направлений в работе дошкольного образовательного учреждения. Устойчивость организма к неблагоприятным факторам среды зависит не только от индивидуальных особенностей организма ребенка, но и также от своевременного и правильного проведения специальных оздоровительных мер. Наша задача – это насыщение пространства недорогим, нестандартным, многофункциональным оборудованием и инвентарем, отвечающим гигиеническим, анатомофизиологическим, психическим, эстетическим, эргономическим и другим требованиям, которые соответствуют всем санитарно-гигиеническим требованиям и нормам. Мы добиваемся посредством нестандартного оборудования, внося элементы необычности, вот этим самым вызывая интерес, желание поиграть с новыми для них атрибутами. Дети с большим удовольствием лазают, бегают, прыгают, выполняют всевозможные упражнения, играют в подвижные игры. Поэтому крайне важным условием, крайне важно, необходимо удовлетворить потребность ребенка в движении. Оно служит важным условием формирования всех систем и функций организма. Одним из способов познания мира, ориентировки в нем, а также средством всестороннего развития дошкольника. И движение – это основа здоровья, поэтому мы ставим перед собой следующие задачи. Это создать развивающую среду, внедряя нестандартное оборудование, помочь накопить опыт знаний для укрепления его физического и психического здоровья, стимулировать к включению в процесс двигательной активности, побуждать его к самопознанию, создавать условия для внутренней активности личности,
направлять совместную работу всего педагогического коллектива и родителей на развитие, закаливание организма, формировать навыки саморегуляции поведения дошкольника, направленные на осознанное сохранение, укрепление своего здоровья. И это позволяет быть физически, душевно и социально более благополучными при переходе от искусственно структурированной окружающей обстановки дошкольного образовательного учреждения к ситуациям реального мира повседневной жизни. Выполнение упражнений с нестандартным оборудованием повышает интерес у детей к занятиям, улучшает качество их выполнения, разнообразит физкультурно-оздоровительную работу. И какие здесь могут быть игры с нестандартным оборудованием? Игра называется «Прокати мяч под мостик». И описание. Мостик сделан из киндер-сюрпризов, проволоки, крепится на баночке. Задача – развивать ловкость, глазомер, меткость, взять мяч и прокатить под этот мостик. Или перешагни через мостик, тоже сделан из киндер-сюрпризов, проволоки, крепится на баночке. Задача – развивать координацию движений, упражнять равновесие. Дети перешагивают через мостик. Тропа здоровья. Дорожки представляют собой клеенчатую поверхность со следами, ладошками. И здесь предлагается детям ходьба по дорожкам, по следам, на четвереньках, по кругам и ладошкам. Задача – развивать чувство равновесия, способствовать профилактике плоскостопия, упражнять в ходьбе с правильным разворотом стопы. Игра «Пчелки». И пособие тоже выполнено из контейнеров от киндер-сюрпризов желтого цвета. На них наклеены черные полоски, глазки, крылышки. Из пластмассовых бутылок делаем цветы, обклеиваем их черным цветным скотчем. Развиваем мелкую моторику, координацию движения, ориентировку в пространстве через подвижные игры, через различные эстафеты. Ну, например, чтобы было более понятно, о чем идет речь. Эстафета. Перенеси пчелок на цветы. Нести пчелку, например, на бадминтоновой ракетке. Да? Игра соревнования. Кто быстрее соберет? Собираем пчелок в улье, а улье – это ведерки. Подвижная игра «Пчелки и ласточка». В центре площадки обруч – это гнездо ласточки. Остальные дети – это пчелки. После слов пчелки летают, медок собирают. Пчелки летают по всей площадке. После слов ласточка встанет, пчелок поймает. Ласточка вылетает из гнезда, из обруча и ловит пчел. Подвижная игра «Веселые пчелки». Шмель сидит в обруче, пчелки на цветках. Пчелы в поле полетели, зажужжали, загудели. Дети бегают в рассыпную. Сели пчелы на цветы, шмель лови. Шмель ловит пчелок, а пчелки должны прилететь на цветок. Игра соревнования. Принеси пчелок в цветок. Дети встают в две колонны напротив цветов и по сигналу на ракетке переносят пчел в цветы. Игра гантели. Пластмассовые белые бутылочки, украшенные узкой цветной лентой, наполненные песком, ну где-то по 150-200 грамм. И задача – это развитие физических качеств, силы, ловкость, развивает координацию движений. Что еще? Разноцветные плоскостные круги. Из картона вырезаются кольца, обклеиваются изолентой, и здесь нужно метать будет. Следующее, что кто быстрее накрутит веревочку на палочку, на трубку от обоев, ну а можно взять еще вот такие трубочки от фольги, тоже говорю, ничего не выбрасываю, все пригодится, все нужно в хозяйстве нашем педагогическом. И на трубку, ну, как вариант от обоев, прикрепить веревочку, на конец которой прикрепить цветок или листок. И задача развивать умение наматывать веревку на трубку, координация движения развивается, спортивный интерес. Киндер-человечки. Что здесь?
на контейнер из киндер-сюрприза наклеить глаза, рот, нос, вставить вверх нитки, вниз фломастер. И задача самомассаж частей тела. Можно так тоже работать. Что еще? Ловушки. К пластмассовым баночкам прикрепляется шнур, на конце которого шарик. И задача это упражнять в метании шарика в емкость. Еще тоже, что игра «Попади в цель». Игроки команды метают мячи или мешочки, стараясь попасть в отверстие полотна. Нам понадобится кусок ткани, ну, примерно 1,5-2 метра, 1,5 на 2 метра с отверстиями. Можно отделать тесьмой, и вот как раз просим кидать. Побеждает та команда, забросившая наибольшее количество мячей в отверстие. Здесь же тоже игра «Пройди, не пропусти». Игроки команды по очереди проходят полотно полянки, наступая на каждое отверстие. И усложнение команда проходит препятствие, взявшись за руки. Еще здесь будет игра «Не попади словишком». Четверо участников игры, придерживая полотно за углы, ловят убегающих игроков, набрасывая на них полотно. Пойманными считаются игроки, попавшие в отверстие полотна. Спортивно-дидактическое пособие «Цветик-разноцветик». И здесь задача формирование умения действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве, развивать психофизические качества, ловкость, точность, быстроту реакции. Учим согласовывать свои действия с действиями товарищей. Итак, нам понадобится тканевое полотно в форме цветка с разноцветными лепестками-секторами, в середине которых отверстия с карманами. И какие здесь варианты будут? Игровое упражнение по местам. По сигналу игрокам следует занять сектор лепесток в соответствии с цветом кубика в руке игрока. Или игровое упражнение «Дружное звено». Игроки, двигаясь по залу или площадке, должны по команде, например, красный или синий или желтый, выстроиться колонну нужного сектора. Ну, такие тоже варианты. И понятие нестандартные, не соответствующие стандарту, не избитые, не шаблонные, оригинальные. Нестандартное оборудование – это оборудование, сделанное своими руками, из списанного инвентаря, подручных средств, материалов. Опыт работы позволил подтвердить мнение о том, что использование нетрадиционного оборудования в процессе проведения занятий в дошкольном образовательном учреждении – способствует повышению интереса, увеличивает степень активности детей дошкольного возраста. Активность на занятии – это важный показатель его эффективности. Играет двоякую роль и создает условия для овладения конкретным навыком и обеспечивает удовлетворение потребностей детей в движении, познании. Таким образом, задача педагогического воздействия на детей с использованием нетрадиционного оборудования заключается в постепенном вовлечении детей в активную деятельность, что позволяет укреплять здоровье, повышать умственную и физическую работоспособность дошкольников. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, что наш вебинар оказался полезным. Благодарю. Но опять же, вы же подходите индивидуально, да, вы можете использовать различные варианты цветовосприятия, каким образом цвет влияет на детей, вообще на человека в целом. Смотрим, если нужны какие-то, если дети гиперактивные, то вы тогда более спокойные тона используете. То есть вы смотрите, опять же, исходя из индивидуальных особенностей. Ага, вот, благодарю, спасибо. Все, что привычно и непривычно использовать. Вот какие методы оценки? Да, здесь диагностического инструментария нет. По факту. Еще не придумано. Вот если поможете, придумайте, пожалуйста, с удовольствием. Да. Все, что для нас непривычно, для ребенка непривычно, все, и мы используем это с вами не по назначению, то это как раз-таки и будет
что в будущем? Посмотрим в будущем. Хорошо? Опять же, используйте, включайте фантазию свою. Я предложила как вариант, что может быть использовано. Да, и, конечно, однозначно, это далеко не все игры, их и использую гораздо в большем количестве, но мы ограничены с вами рамками времени, поэтому, говорю, не выбрасывайте ничего, все пригодится. То, что для нас с вами привычно, да, мы можем использовать это по-другому, включаем свою фантазию, свое правое полушарие активизируем, и это как раз-таки будет стимулировать детей, вызывать у них интерес, и мы таким образом будем вовлекать их в активную работу, реализуя тем самым задачи, которые мы ставим. Благодарю, спасибо огромное еще раз, хорошего вам дня, всех благ. Если есть, да, конечно, вот в том-то и дело, все так и есть. Если есть какие-то пожелания, пишите, пожалуйста. Если есть какие-то темы, которые вас интересуют, вы хотите, чтобы мы озвучили, то пишите тоже, мы все это обязательно возьмем в работу. Я не успеваю отвечать на все вопросы. Как их можно преодолеть? Ну, опять же, вы же понимаете, что вся наша работа по факту, по большей части, направлена на автоматизацию навыков, да? И система школьного образования, это как раз-таки говорит о том, что... И сейчас много говорится о том, что нужно развивать креативное мышление. И как раз-таки вот мы с вами, используя нетрадиционный материал, мы можем предложить детям посмотреть на это с другой стороны. А это можно вот так использовать, а это так можно использовать, да? И как раз мы тем самым с вами не будем идти по пути протоптанной дорожки, а развиваем уже, закладываем основы креативного мышления у детей. Благодарю. Всего доброго, всех благ и ждем вас на наших последующих вебинарах. До новых встреч. До свидания.